Мы студенты первого курса кафедры архитектуры Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева, и нам выпала большая честь обучаться по экспериментальной программе энергоэффективного проектирования сооружений и зданий. Наша программа позволит нам получить профессиональные передовые компетенции в области энергосберегающего строительства, и мы сможем проектировать здания и сооружения по инновационным технологиям. Посвященную исследованию энергоэффективных объектов, которые были построены за последний год в городе Нур-Султан. И сейчас мы находимся в жилом комплексе «Зеленый квартал», который является величайшим показателем использования энергосберегающих технологий. Закончив университет, также внесем свой вклад в правильную энергосберегающую архитектуру.